благодаря обучению, тренингу и тем фишкам, которые Кирилл открыл, рассказал и рассекретил, у меня появилось довольно достаточно большое количество клиентов, благодаря которым я насобирала определенный кейсик. Я вообще даже не подумать ни сном, ни духом не могла, что это может воплотиться в жизнь. Хотя это была мечта даже не столько моя, сколько моего ребенка. Она мне уже потом по факту, когда я ей преподнесла, ребенок, хочешь поехать в Ирландию на обучение английского языка на год? Ей очень нравится английский язык. И когда она услышала от меня это предложение, она, во-первых, у нее был стопор в разговоре, в глазах у нее большой знак восклицательный стоял. Не то чтобы вопрос, а восклицательный. Конечно, хочешь. Ущипните меня. Да, она не верила тому, что я ей такое могла предложить. То есть... Мечты сбываются, и она мне потом призналась. Мама говорит, а ты знаешь, если честно, я об этом мечтала. Она создавала, да? Да, да, пока, то есть получается так, что пока она мечтала, мама зарабатывала. Сидя в офисе Росгострака, 100% мечте этой суждено не было бы сбыться. А благодаря тому, что в свое время я пошла на тренинг, вложила инвестицию, не потерял, не выбросила деньги. Да, не выбросила деньги, а вложила, не сказать, что это великие деньги. Они мне вернулись, ну, я не знаю во сколько, во 100 крат, наверное, если не больше. Потому что я эти деньги отбила, которые вложила в обучение, буквально, наверное, на второй месяц я их уже отбила себе, эти деньги. И у меня потенциал я почувствовала в себе. Я почувствовала в себе уверенность. Я почему-то всегда думала, что работа как раз она зацеплена на именно на этом кресле, под кондюком, в офисе компании. А однако же нет. Я почувствовала в себе силы, я почувствовала то, что клиент меня кормит, а не компания Росгострах. Набралась уверенности, храбрости, встала с офиса, вышла на вольные хлеба. И понеслась, да? И понеслась. Реально, у меня были даже такие моменты, что я вырубала телефон, закрывала двери, выключала домофон, но клиенты... Форточку залазили, да? В окна лезли, вплоть до того, что они реально мне не давали отдыхать. Было иной раз до раздражения, но я понимаю, что лучше пускай будет так, чем никак. Поэтому пробуйте, дерзайте, все в ваших руках.